Всем привет, с вами Серж. Сегодня у нас потрепанная коробочка в гостях. Это Nike Zoom Flight Turbine. Было принято недавно волевое решение, что мы все же будем освещать некоторые баскетбольные модели прошлых лет для развития, так сказать. И перед вами турбины. Для тех, кто не знает, турбины появились в 2002 году. Вызвали оживление, количество цветов поразило всех. Я помню, как я в начале лета увидел бело-оранжевые, и они стали моей мечтой. Со временем эти кроссовки начали продаваться в России, было несколько цветов, не особо приметных. Кроссовки довольно специфические, но большинство людей, которые в них играли, говорят, что это одни из лучших кроссовок. Я тоже в них играл, и я бы не назвал их одними из лучших по ощущениям. Внешний вид, вот в профиль, они просто шикарны. Сверху, когда зашнуровываешь их, они становятся чуть шире. Когда играешь, они мнутся. Ну, в принципе, красиво, но опять же, только в профиль. Итак, кроссовки уникальные, наверное, каждым своим сантиметром. Во-первых, это глянец, мягкий глянец на всей поверхности. Он перфорированный, то есть в принципе должна присутствовать какая-то вентиляция. Ну, это дело тоже спорное. Как вы можете видеть, шнурки уходят вглубь. Здесь нет молний, то есть вы никак не можете добраться, если у вас, дай бог, там выскочили шнурки, или вы их развязали, всунуть обратно их довольно сложно. Пластиковый фиксатор. Кроссовки выполнены в таком формате лодочки. То есть у них вот здесь вот высокий борт идет, то есть нога внутри, и основная цель их фиксировать ногу в горизонтальном положении, а не сковывать ее. То есть ими практически не передавить ногу. И когда вы играете, вы ощущаете, что они довольно широкие для стопы, для любой стопы они широки. И у них задача быть устойчивыми, не переворачиваться, не переваливаться сбоку на бок. А так материал здесь очень мягкий. С внутренней стороны он чуть жестче, там какое-то утолщение внутри, более жесткий материал, но он тоже не спасет, если не дай бог что. Сама система шнуровки уникальна еще чем? Я для этого достану второй кроссовок, предварительно расшнурованный, и на нем покажу. Такое не встречалось ни до, и не было замечено после. Как вы можете видеть, петли, которые держат шнурки, они вынимаются. И основная их задача, когда вы затягиваете кроссовки, подтягивать к вам пятку. То есть такой специфический способ. Вот вы тянете, и пятка двигается вперед. Чтобы снять кроссовок, нужно расшнуровать, надавить, чтобы выехали петли, уехали петли вглубь, и дальше вытащить ногу. Соответственно, потом надо подтянуть, и кроссовки в первозданном виде. И когда их обуваешь, нужно делать такое движение. Наступаешь пяткой, заталкиваешь ногу, и дальше засовываешь петли на место. Зашнуровываешь, затягиваешь, и они фиксируют не только здесь, где обычные петли, но и в области пятки. Обхватывают. И за счет того, что такая система шнуровки, из-за этого на корте НБА, я сейчас не вспомню, то ли Джейсон Кид, то ли Тони Паркер выскочили из этих кроссовок. У них довольно хорошее сцепление, но фиксация на пятке должна быть более жесткой. Ну, это на мой взгляд. И когда игрок поставил ногу, резкий рывок вперед сделал, нога ушла, кроссовок остался стоять на полу. Мы видели такое на других моделях, но на этой модели это был один из первых.
Так, покажу еще на пятке Fly. Вот так вот с задней стороны выглядят пришитые петли. На подошве написано Nike Flight Systems. Эта точка, кстати, тоже ощущается, когда играешь, она немного более жесткая. Внутри кроссовка эмблемка, гласящая о том, что в них располагается баллон Zoom по всей длине. И я могу сказать, что когда я убил свою пару первую, я ее разрезал, посмотрел, что внутри, да, действительно, Zoom по всей ширине, по всей длине, но не по всей ширине, довольно узкий, идущий отсюда до сюда. Турбины сейчас найти очень сложно. Если они попадаются где-либо в продаже, то рекомендую не тянуть и покупать их, если они вам нравятся, конечно же. А так, это экземпляр, который придется по душе всем коллекционерам баскетбольной обуви. С вами был Серж, сайт soulfinder.ru и турбины. Всего доброго!